Принять на борт юных пассажиров готовится корабль во дворе дома номер 3 по проспекту Красной Армии. Установка новой детской площадки подходит к концу. Работы начаты в июне, строительство затянуло дождливая погода. Осталось до конца смонтировать игровые элементы и положить бесшовное резиновое покрытие. Это многофункциональная площадка. На ней будут размещены спортивный игровой комплекс для воркаута, 3 тренажера, скалодром маленький, значит, качели двойные, качели гнездо. То есть очень много игровых элементов, которым детям будут с удовольствием на них играть, заниматься спортом. То есть все предусмотрено. Площадку устанавливают по просьбе жителей и за областные деньги. Районная администрация за свой счет подготовила бетонное основание для игровых конструкций и привела в порядок прилегающую территорию. Откос сделали от 5-й гимназии, да? Посеяли, то есть, газон, сделали дренаж. По осени мы со специалистами проговорили. Здесь была опиловка, спил деревьев, чтобы разместить. Это большая, потому что площадка. По осени мы здесь, ну, деревец, наверное, берез 5, нам нужно будет здесь выйти еще и посадить. Крайний срок окончания работ – конец августа. Но если погода не помешает, то готовы справиться за полторы недели. Такие же корабли должны появиться в этом году еще по трем адресам в городе. На Новоуглическом шоссе, дом 63, на улице Матросова, дом 4 и на улице Мира, дом 1Б. Екатерина Фурсова, Михаил Кирсанов, программа «События».